каждый раз приходим сюда, включаем свой неяркий свет. На первый взгляд работа проста, другого у нас, наверное, нет. Нам нужно что-то сеять и растить, и нужно что-нибудь определять. И нет у нас время, чтоб грустить, наверное, нам есть что потерять. И бесконечные сны, что вдруг приходят к утру, они желают добра, они дорогу зовут, дорогу зовут. Наш путь не далек и не близок, полет не высок и не низок, но бремя довольно обычно, и многим, наверное, привычно. Нам нужно что-то сеять и растить, и нужно что-нибудь определять. И нет у нас время, чтоб грустить, наверное, нам есть что потерять. И бесконечные сны, что вдруг приходят к утру, они желают добра, они в дорогу зовут, в дорогу зовут. Нам время пока не подвластно, и, может быть, это ужасно, но мы огорчаться не будем. Мы очень веселые люди. Мы будем что-то сеять и растить, и будем что-нибудь определять. И нет у нас время, чтоб грустить. Мы знаем, что мы можем потерять. И бесконечные сны, что вдруг приходят к утру, желают добра, они в дорогу зовут, дорогу зовут, в дорогу зовут, дорогу зовут.